Сегодня в Самарской области первые за 14 лет выборы губернатора. 1760 избирательных участков открылись ровно в 8 утра. Работать они будут до 22 часов. Полиция перешла на усиленный режим работы. Правоохранители дежурят на всех участках. Всего по области задействовано более 5000 сотрудников УВД. Также сотрудники частных охранных организаций, представители казачества и добровольных народных дружин. Также там находятся аккредитованные наблюдатели, в том числе от политических партий. Добавлю, что по данным на 1 июля численность избирателей в Самарской области составила 2 498 тысяч человек. Это люди старше 18 лет, имеющие паспорт и зарегистрированные на территории региона.